где Майк? Я не знаю. Точно? Точно. Да о вашем бизнесе знает полгорода, не понимаю. В чем смысл что-то скрывать? Вот именно. Нет смысла. Неужто легавый зашел к нам в гости, чтобы прикупить цветочков для своей дамы? Какие желаете, мистер? Пока в моем окружении нет дамы. Особенно, которая курит твои цветы, Майк. Вы все хотите обвинить нас в продаже марихуаны? Может, полиция и пытается, но я здесь по важному делу. По важному делу. По важному делу. Я ищу серийного убийцу, который убивает молодых и красивых девушек. А почерк его – аккуратно вырезанное сердце. Кстати, на месте убийства я нашел вот такой вот стебелечек – ромашки. А насколько я знаю, только ты курируешь такие цветы в этом районе. А конкурентов своих ты давно разогнал, не так ли? По твоему мнению, о мудрейший детектив, я беру с собой на каждое свое преступление по стебельку и кладу рядом со своей жертвой, чтобы в итоге ты оказался передо мной здесь и сейчас? Мимо. У тебя бизнес поставлен. Зачем тебе руки марать? А вот твой постоянный покупатель, о котором ты можешь мне рассказать, мог это сделать. Скажи-ка, Майк, не припоминаешь ли ты некого покупателя? Ведь, судя по убийствам, даже самый бешеный любовник не может так часто покупать своей даме ромашки. Ромашки. Многоуважаемые покупатели не единицы, какие только я не видел лица. Разные люди различных мастей, тут легальный бизнес, все для гостей. К примеру, 2 дня назад, наверное, заходил знакомый фермер. Человек проверенный, верзила, в ботинках из резины, все в грязи, они он наследил, но прикупил целую корзину. Еще кто-либо брал? Ну да, естественно. Милая дама, что горяча и женственна. Цель покупки, наверное, заварить чаю опять. Ее возраст примерно 85. Еще тут были мужины, что с Аризоны. Охотник на пышных подруг, охотник на бизонов. Пара школьников, дворник, молодожены на тачке. Мальчик с пальчик, карлик, нос и дама с собачкой. Стоп! Есть хоть одна зацепка. Детективы вроде бывалые, глаз меткий. Чтобы на след напасть, не надо тут и пипетки. Все элементарно, Ватсон. Хоть и случай редкий, но задумайтесь, кто так искусно режет и колет, то узко мыслит и кому по вкусу. Аромат крови, кто так жесток, что их увидев, люди губы кусали. А японцы? Не знаю, думайте сами. Японская мафия, зловещие повара, получившие такое прозвище из-за владения ножами так, что из любой плоти они могут сделать фарш.